Хорошо здесь, правда? Тебе здесь нравится? Нравится. Только я, честно говоря, думала, что мы будем отмечать твой день рождения всей команды. А я его решил отметить с тобой вдвоем. Пойдем, ты еще не видел верхнюю палубу. Спасибо. Джеймс, я хочу выпить за тебя. За самого прекрасного на свете отца и замечательного человека. Спасибо. С днем рождения. Ну, а это? Тебе. Что это? Взгляни. Они прекрасны. Спасибо. Ты знаешь, а у меня для тебя тоже кое-что есть. Я очень часто думаю, что было бы, если бы я никогда не встретил тебя. Знаешь, моя жизнь была бы совершенно иной. Гораздо беднее. Сандра, ты самая прекрасная из всех женщин, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Пожалуйста, будь моей женой. Я клянусь, что больше никогда не обижу тебя. И я сделаю все, чтобы ты и Кора были счастливы. Я понимаю, мое предложение несколько неожиданно для тебя. Не спеши с ответом. Подумай. Джеймс. Я очень люблю тебя. Как самого близкого человека. Как отца нашего ребенка. Наконец, как друга. Как друга? Да. И мне кажется, что для всех будет лучше, если мы останемся именно друзьями. Ну что ж, по крайней мере, честно. У тебя кто-то есть? В таком случае предлагаю выпить за честность и за дружбу. Джеймс, не надо. Прекрати, пожалуйста. Джеймс! Маклейн, помогите, пожалуйста, мистеру Харперу. Он неважно себя чувствует? Да, конечно. Он на верхней палубе. Мистер Харпер.
Просыпайтесь. Пойдемте. Давайте я вам помогу. Не надо. Я сам. Осторожно. Я в порядке. Я в полном порядке. Основной пакет предложений по тендеру сформирован. Остались только мелочи. И к ним надо отнестись не менее серьезно. Но необходимо еще раз тщательно проверить, прежде чем мы отправим этот пакет в комиссию. Это я поручаю вам, господин Дезарт. Благодарю. То есть все окончательные варианты сдаем Дезарту в конце рабочего дня. Хорошо. И последний вопрос. Мисс Эймор, как идет подготовка к аукциону? Подготовка почти завершена. Господин Кула помог определиться с местом. Уже заказаны лоты. То есть аукцион завтра, а у вас еще ничего не готово? Почему? У нас есть договоренность с местной школой искусств, которая предоставит для аукциона детские поделки и рисунки. Я сегодня собираю последнюю часть. Ну так отправьте туда машину. Нет. Я должна все проверить лично. Сама. Джеймс. Ну так езжайте и проверяйте. Спасибо. Не за что. Давайте. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Ну что ж, теперь мы можем просто погулять. Да. Слушай, а давай купим подарков для твоих? Я после суда могу им завести. Правда? Отличная идея, спасибо. Пожалуйста. Спасибо, спасибо. Вам спасибо. Пусть попробует. Да. О, слушай, а вот это ты должна непременно попробовать сама. Иди сюда. Да ты что? Иди, иди. Иди. Ты что? А можно вот этих два? Вам два? Да-да, тараканчик. Спасибо. Держи. Если ты этого не ела, ты ничего не знаешь о наронге. Давай. Бери. Ну, бери, это вкусно, правда. Да правда вкусно. Ты что, мне не веришь? Ну, давай вместе. Вместе. Бери. Раз. Два. Да ты что? Ты что? Что? Как можно быть такой доверчивой, а? Это просто таракан. Как можно есть эту гадость? Ладно, пойдем. Да тебе. Дамы и господа, мы от всей души благодарим устроителей этого аукциона, вся прибыль от которого будет перечислена на счета приютов для детей-сирот. Благотворительный фонд Харперов проделал огромную работу по организации этого мероприятия. Мы надеемся, что наше сотрудничество с фондом будет долгим, тесным и продуктивным. Прошу вас, мистер Харпер. Приветствую. Здравствуйте. Спасибо, господин Клав. В свою очередь, наш благотворительный фонд хочет выразить глубочайшую благодарность господину Кулапу, местной администрации, а также губернатору господину Нгуэну за повсеместную помощь в организации аукциона. Ну что ж, начнем? Дамы и господа, мы начинаем наш благотворительный аукцион. Итак, лот номер один. Лот номер один называется «Корабль мечты». Начальная цена – $300. $300. $300. $350. $350. $400. $400. $500. $500. Итак, внимание, лот «Корабль мечты» – $500. $500 раз, $500 два, $500. Ваше предложение? 10 000.
$10,000! 10 000 раз! 10 000 два! 10 003! Продано господину Навруле за 10 000! Браво! Итак, дамы и господа, лот «Корабль мечты» уходит господину Асаду Навруле за $10,000. Продолжаем аукцион. Благодарю за совместное благотворительное мероприятие. Взаимно. Я надеюсь, мы принесли немалую пользу сиротам Наронга. Безусловно. Всего доброго, господин Наврула. Всего доброго. Всего доброго. Удачи. Даст Бог, это не последний аукцион. Всего доброго. Всего доброго, господин Гуэн. Все прошло. Всего доброго, господин Кулак. Спасибо вам спасибо. Большое. Спасибо. Спасибо. Госпожа Сеймур. До свидания. Так что там? Джеймс, давай, когда вернемся в гостиницу, позвоним Коре. Мы давно ей не звонили. Давай. Мы действительно давно не звонили нашей дочери. Я думаю, она будет рада. Все будет хорошо. А ничего, вкусный. Хоть и страшненький на вид, да? Угу. Да. Угу. Ну, а вы что же фрукты не едите? Ой, нет, вы знаете, я ими уже там объелся. Да? Да. Мне, если можно, вот пирожка. Конечно. Соскучился по нашей еде. Пожалуйста. Спасибо. Тебе? Не-не, спасибо. Я пойду полежу, а то что-то мне… Нормально все, все хорошо. Вот, я говорила, не увлекайся. Кто знает, как эти фрукты на беременность действуют? Едвига, все нормально, сейчас пройдет. Кто разрешал? Кто разрешал? Да, мне же Сашка по телефону говорила, что вы с женой приехали судиться из-за сына. Как все прошло-то? Ну, неважно. Как это неважно? А ну рассказывайте, что там было? Суд я проиграл. Как же так? Да вот так. Впрочем, адвокат говорит, что все идет нормально. Готовить встречный иск, апелляцию. Ну, в общем, суды дело долгое и нудное. Илья, вы главное, не отступайтесь. Сын – это святое. Спасибо. Сумка вообще обалденная. Да. И платье такое красивое, да? Смотри, да, Барбариска? Смотри. Ой, Едвига. Что такое? Ой, что-то у меня внизу кровь пошла. Так, ложись быстро в кровать. В больницу надо срочно. А машины нет, Пашка на семинар уехал. Я сейчас вызову. Едвига! Иду, иду! Не волнуйтесь. Угу. Алло, скоро? Ну что, все нормально, все будет хорошо, так что… Сейчас да. Отвезут вас в больничку, там вам помогут. Угу. Да. Угу. Можно вас на секунду? Угу. Ой. Ну что, проблема, скажу вам, серьезная, нужна срочная госпитализация. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь. У вас есть телефон? Что? Да, конечно, вот. А? Что такое? Все в порядке. Все в порядке. Может укрыться? Не-не-не, спасибо. Алло, дежурная? Да, это третий. Угроза выкидыша, нужна срочная госпитализация. В смысле? Как нет мест? Я же вас предупреждал. Но… Дыши, дыши. Не волнуйся, дыши. В больнице не принимают. Они что, совсем, что ли, обалдели? Говорят… Илья! Мест. Я сейчас. Да. Понимаете, в ближайшей больнице… Не принимаю, потому что нет места. А в дальнюю, я боюсь, мы просто не довезем ее. Я, правда, я не знаю, что делать. Господи, неужели ребеночка потеряем? Так, спокойно. Едем в ближайшую больницу. Погодите, а как же… Там на месте разберемся. Поехали, поехали. Даш,
Я же вам говорила, у нас мест нет. Но к нам везти не надо. Я не могу вас принять. Ну а мне что прикажете делать, а? Не знаю. Ладно, разберемся, что-нибудь придумаем. Ну, где ваша больная? Вот мы здесь. Ага, понятно. Здрасте. Я госпитализирую ее в свое отделение срочно. Поняла? Ой, замечательно. Ну что? Не волнуйся, сказали подождать. Садись. Боже мой, боже мой. Мне какие двига позвонила, я чуть с ума не сошел. Мчался сюда, думал, разобьюсь. Дорога скользкая. Нет, если с ней что-нибудь случится, я не переживу. Все будет хорошо. Доктор, ну что? Ну, что могу сказать? Вовремя приехали. Теперь с ней и с ребенком все будет в порядке. Но на сохранении полежать придется. Спасибо, доктор, большое. Спасибо вам. А к ней можно? Думаю, не стоит. Лучше завтра приходите. Завтра, да? Да не волнуйтесь, все будет хорошо. Спасибо. Ну вот. Ну что? Может, поедем к нам? Стресс снимем? Поехали. За что пьем? Илья Алексеевич, спасибо тебе. Давай за тебя выпьем. Да, за тебя надо выпить. Ну, спасибо. За тебя. Ух, все, последнее мне хватит, а то меня в самолет еще не пустят. Тебе тоже хватит. Что это? А то глаза вон косые уже. У меня глаза косые, это облегчение. Послушай, Илья, ты теперь для меня как брат родной. Не, ну правда, брат. Да. Слушай, а давай к нам в крестные отцы, а? А что, правда? Будешь к нам приезжать, смотреть, как мы растем, как это хозяйство ведем, а? А. Паш, хозяйство? Он забыл. Так все ж с твоего петуха-то и началось. А? Подожди, мы еще купим кур. Козу заведем. Да, обязательно, корову. Да. Будем пить парное молоко. И доить будем, делать, да, творог. Закусывай, Паш, закусывай. Подожди. Джеймс! Джеймс!
позвони охране. Джеймс сейчас в таком состоянии, он что угодно может натворить. Да, мисс Сейма. Вы едете за Джеймсом? Не беспокойтесь, все под контролем. Я не спускаю с него глаз. Я вас очень прошу, Маклейн, держите меня в курсе. Если что, сразу звоните. Да, мисс Сейма. Я не понимаю, как Джеймс здесь оказался. Может, он просто ревнует и следил за тобой, чтобы убедиться лично? Нет, Джеймс никогда не опустился бы до уровня слежки. Не волнуйся. Джеймс под присмотром профессионала. С ним ничего страшного не случится, вот увидишь. Прости. Джеймс, он так дорог тебе. Не ревнуй. Джеймс – отец моей дочери и навсегда останется в моей жизни. Извини. Я, наверное, поеду. Давай завтра созвонимся, когда все успокоится. Завтра я в море. Буду работать. Давай я провожу тебя. Не надо. Я доберусь сама. Пока. Пока. Господин скучает. Давайте поскучаем вместе. А хотите, я вас развеселю? Может, выпьем? Да. Два виски, будьте добры. Господин хочет расслабиться. А хотите, я сделаю вам особый массаж. И куда мы пойдем? В одно чудесное место. Вам понравится? Thank you.
Давай быстрее. Я скучала. Не надо. Я не настроен. Может быть, чаю? Не стоит. У меня вообще сегодня нет настроения. Тяжелая неделя. Я жду важной информации. Я устал. Слушаю. У нас все нормально. Все идет по плану. Отлично. Информируй по ходу. Конечно. Ну хорошо. Хорошо. Сделай мне чаю. Что значит, вы его упустили? Так получилось. У входа мистер Харпер ожидало такси, а мою машину заблокировал джип, и я не смог сразу выехать. Ну, а какое именно это было такси? Вы запомнили номер? К сожалению, номера были заляпаны грязью. Мисс Сеймур, я, конечно, виноват, но, честно говоря, я не ожидал от мистера Харпера столь активных действий. Он был в таком состоянии. Джеймс был пьян? Да, очень. Телефон у него отключен со вчерашнего вечера. Я не знаю, где его искать. Наверное, нужно заявлять в полицию. Я думаю, пока не стоит этого делать. Почему? Вы что-то не договариваете? Дело в том, что мистер Харпер, он был не один, с ним была дама. Какая дама? Но это была известного рода дама. Здесь таких много. Как правило, от таких до утра не уходят. Подождите, вы хотите сказать, что Джеймс ушел из бара с проституткой? Да. И мне кажется, пока не стоит привлекать внимание посторонних к этой ситуации. Хорошо. Подождем. У меня для вас сообщение. В связи с отсутствием мистера Харпера, представлять нашу компанию на первом туре конкурса буду я. Я понимаю ваше волнение, но, уверяю, никакой катастрофы нет. Я готовилась к представлению пакета наравне с мистером Харпером. Мы с вами хорошо поработали для того, чтобы чувствовать себя уверенно, несмотря на любые случайности. Поэтому пожелайте нам всем удачи. Я уверена, у нас все получится. Да, Маклейн. Да, мисс Сеймур. Пока не забыла. Передайте администратору гостиницы, что если мистер Харпер появится, пусть сразу же мне сообщит. Я уже сделал. Спасибо. Здравствуйте, мисс Сеймур. Здравствуйте, господин Наврула. А где же мистер Харпер? Он заболел.
очень жаль. Вам будет сложно без него. Ну, не стоит так переживать. Мы справимся. Передайте мистеру Харперу, что я желаю ему скорейшего выздоровления. Непременно. Мисс Эймор, ну, наконец-то. Сейчас начинают. Я что-то волнуюсь. А вы? Не волнуйтесь, Дезерт. Все будет хорошо. Откройте, полиция! Открывайте немедленно! Полиция! Откройте дверь, полиция! Мы будем ломать дверь, откройте! Таким образом, корпорация предполагает осуществлять разработку нефтяных месторождений в Наронге, соблюдая баланс и чистоту экосистемы региона. У меня все. Если у комиссии есть вопросы, я готова на них ответить. У комиссии вопросы есть? Спасибо, мисс Сеймур. У комиссии вопросов нет. Таким образом, выступление кандидатов закончено, и я попрошу комиссию подвести итоги. Не думаю. Не помогло. Итак, финальный тур конкурса прошли. Компания Novrula Oil Company. Фирма Zero. Поздравляю, спасибо. И нефтяная корпорация Харпера. Мы поздравляем все компании, прошедшие в финал. О дате проведения заключительного тура конкурса комиссия уведомит финалистов в течение 7 рабочих дней. Ну, а этот этап тендера... Мисс Сеймур, вы были просто великолепны. Как только вы закончили свою речь, я сразу же понял, мы вышли в финал. Мне нравится ваш настрой, Дезерт. Спасибо. Спасибо вам. До встречи. До свидания. Есть новости от мистера Харпера? Пока нет. Я слушаю. Привет. Решил вот набрать перед отплытием. На, держи. На корабле не будет связи никакой, кроме рации. Пока не вернусь на землю, не услышимся. Прости, я совсем замоталась с этой работой. Только что закончился первый тур тендера. Да, я уже знаю. Поздравляю, кстати, с выходом в финал. Как Джеймс? От Джеймса пока нет никаких новостей. Я надеюсь, что ничего страшного не случилось. Ты когда вернешься, позвони мне, ладно? Пока. Мисс Сеймур? Да. Комиссар Катонг. Не могли бы вы проехать со мной в участок? А что случилось? Дело в том, что мистер Харпер указал вас в качестве своей родственницы. Дверь прикройте.
Вы скажете, наконец, что происходит или нет? Довожу до вашего сведения, что сегодня утром мистер Джеймс Харпер был задержан по подозрению в убийстве гражданки Наронга, а той Читами. Нет. Это какое-то недоразумение. Вот, убедитесь сами. Мистеру Харперу пока не предъявлено. Окончательно все будет понятно после получения результатов экспертиз. Но это еще не все. Что еще? Дело осложняется тем, что господин Харпер был задержан в состоянии глубокого наркотического опьянения. А в кармане у него был обнаружен пакет с белым порошком, предположительно героином. По законодательству нашей страны, за хранение и употребление наркотиков ему грозит смертная казнь. Это какая-то ошибка. Джеймс никогда не употреблял наркотиков. Он нормальный человек, он не убийца. Возможно, в Англии Джеймс Харпер и был образцом добропорядочности. Но, к сожалению, я много раз был свидетелем того, как европейцы здесь начинают быстро опускаться и нарушать все мыслимые запреты. Обвинение мистеру Харперу пока не предъявлено. Давайте дождемся анализов и результатов экспертиз. На вашем месте я уже сейчас бы подумал, как организовать юридическую помощь мистеру Харперу. Мне надо увидеть его. Только мисс Сеймур. Поезжайте в отель. Вы уверены? Да, я разберусь сама. Проходите. Как ты себя чувствуешь? Голова раскалывается. Я ничего не помню.
Я уверена, что ты не виноват. Я ничего не помню. Но я же не мог. Ты не мог убить. Я тебя хорошо знаю. Я уверена, что результаты экспертизы докажут твою невиновность. Зачем ты пришел вчера? Как зачем? Ты же меня сама позвала. Что ты, Джеймс? Я тебя не звала. Ну как? Ты же написала мне письмо на электронную почту. Какое письмо? Письмо. Там было только время, место и строчка одна. Нам нужно поговорить. Я ничего тебе не присылала, Джеймс. Как? У тебя сохранилось это письмо? Да, оно у меня есть на электронной почте. Джеймс. Тебе подставили. Что? Тебя подставили. Не может быть. Если мы сможем это доказать, тебя выпустят. Это наш единственный шанс. Я покажу это письмо следователю. Назови пароль своей электронной почты. Сандра Харпер. Через дефис. Пресса просто сошла с ума. Фото Харпера и всей его семьи в каждом бульварном листке. Про тендер что-нибудь пишут? Ну, буквально несколько строк в новостях бизнеса. Сейчас все заняты этой криминальной историей, в которую влип Харпер. Ну, он не первый европеец, который прославился здесь в такой связи. Ну да. Газеты просто пестрят сравнениями и неутешительными прогнозами. Думаю, что тендер наш. Это было бы очень кстати. Потому что по всем отчетам результаты плачевны. Мы теряем по несколько миллионов долларов в день. Стив, займись тендером. Это сейчас самое главное. А то, что делать с акциями, я решу сам, хорошо? Хорошо. Да, войдите. Маклейн, нам нужно поговорить. Я думаю, то есть нет, я уверена, что Джеймса подставили. Подставили? Да. Как? Его спровоцировали на то, чтобы он напился и потерял контроль. Потом ему вкололи наркотик и подсунули проститутку. Есть доказательства? Это не совсем доказательство. Дело в том, что вчера Джеймс на электронную почту получил приглашение в отель, в котором я была. Письмо было якобы от меня. То есть кто-то хотел Джеймса вывести из равновесия, и ему это удалось. Вы видели это письмо? Я только что проверяла его почтовый ящик. Письмо уже, к сожалению, уничтожено. Но если письма нет, слова мистера Харпера и наши с вами догадки, не предъявишь следователю. Но зато у нас есть точная уверенность, что Джеймса подставили. То есть кто-то хотел посадить его в тюрьму, значит, мы должны искать этого человека. Мисс Сеймур, хотите виски? Что? Мне кажется, вам надо хоть немного расслабиться.
О чем вы сейчас думаете? Вместо того, чтобы думать, как помочь Джеймсу. Я подумал. Только что я поставил в известность о случившемся миссис Элизабет Харпер. Она ближайшим рейсом вылетает сюда с адвокатами. Хорошо, но, наверное, нужно попробовать сделать еще что-то. Как вы считаете? Я считаю, что сейчас самый лучший способ помочь мистеру Харперу – это немедленно привлечь к делу самых высококлассных юристов. Мисс Сеймур, это дикая страна и дикие законы. Готовьтесь к худшему.